Оперативное совещание открыл глава городского поселения Одинцова Александр Гусев. Руководитель вручил поздравления своим коллегам, отличившимся на муниципальной службе. Далее с докладом выступил Сергей Сборонов, начальник отдела землепользования и социального найма управления муниципальным имуществом городской администрации. По словам Сергея Сборонова, за истекшее полугодие были проведены 12 слушаний о введении земельных участков в состав городского поселения. Также идет работа по межеванию территории в Новой Трехгорке. Были проведены совещания с уполномоченными жилых домов микрорайона Новая Трехгорка как раз по вопросу подготовления проекта межевания. По итогам совещания было решено изменить конфигурацию новых территорий части жилых домов. Планируют предоставить комплект документов администрации Одинцовского района для проведения публичных слушаний и утверждения проекта межевания микрорайона Новая Трехгорка. От отдела по территориальной безопасности и гражданской обороне выступил Виталий Семкин. Специалисты отдела ведут постоянную работу по обеспечению безопасности жителей, а также инструктаж. Регулярно проводятся тренировки на объектах жизнеобеспечения. Так, в марте 2016 года была проведена тренировка по ликвидации лесного пожара, а минувшим летом состоялись 7 встреч с председателями садовых товариществ на тему обеспечения безопасности. Тем не менее, за минувшие 9 месяцев с начала года наметился рост числа пожаров – 46, 15 из которых поджог автомобилей. Глава городского поселения Одинцова подчеркнул, что, несмотря на широкую информационную поддержку темы гражданской обороны, простые вопросы безопасности могут поставить человека в тупик. Угроза, которая наступает, пожар, хлор и так далее, нужно знать. Поэтому, Виталий Евгеньевич, нужно обязательно с аппаратом провести свои учения, чтобы аппарат знал. Потому что вот 100 человек сидит, они потом расскажут в семьях своих, в коллективах своих. Это надо обязательно провести. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».